Так, запись пошла. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели, здравствуй, дорогой Сергей. Доброго времени суток всем. Значит, во-первых, в строках своего письма, это как бы начало нашего диалога, очень соскучились, очень много пишут в личку, где Сергей, очень нравится твоя аналитика, очень ты подаешь материал очень, ну скажем так, необычно, да, и ты заставляешь думать, вот думать заставляешь и все. Я вот когда с тобой разговариваю, честно тебе говорю, я после тебя иду, да, и раньше гуглю. Вот, честно. Вот. Ладно, это все другая история. Смотри, Сереж, что? Давай сегодня поговорим о том, что происходит вот такое, немножечко в локальное уйдем, да, глобальное, понятно, переделы, шмеределы, договоры, шмеговоры, в общем, войны и прочее. Мне интересует, знаешь что, вот давай про Аргентину поговорим. Вот его, что сейчас вообще там происходит, что он там устраивает это? Я буду... Я буду очень краток по Аргентине. Так и знал. Я дам всего одно предложение. Кто хочет, услышит. Кто не хочет, не поймет. Это личное дело каждого. Аргентина – это латиноамериканская Украина. Все, точка. Вот вам весь расклад. Сколько же, сколько же уже, у них же уже сколько было всего, да, вот и Аргентины, сколько она уже, бедолага, всего прошла? И опять на те же грабли? Ну, нагрешили в своей жизни. Я хочу напомнить, что это была одна из основных точек базирования нацистских преступников. Я обращаю ваше внимание, что эта страна использовалась всегда англосаксонским миром в качестве своего задворья для решения, скажем так, не совсем этических, морально-этических проблем. И на сегодняшний момент Хавьер Милле, человек, у которого в программе официально было прописано легализация торговли органами и детьми, вы меня, конечно, простите, но я искренне удивляюсь, когда восторженные украинцы рассказывают, как их президент обнимался с этим существом. Я понимаю, что всегда легко сказать, что вот мы этого не знали. Знаешь, незнание не освобождает от ответственности никого. Если не знаешь, тогда лучше молчать. Причем это интервью опубликовано, если мне не изменяет память, в августе 2023 года, когда он был кандидатом. Этот человек наговорил очень много всего и о том, что он ликвидирует национальную валюту, от этой идеи он отказался, и о том, что он распустит центральный банк страны, и о том, что он ведет доллар в Аргентине как официальную валюту и так далее, и так далее. Мне этот человек категорически непонятен с его заявлениями, при всем при том, что Аргентина действительно играет важную роль в Латинской Америке. Я напоминаю, что она входит в литиевый треугольник. Мы не раз об этом говорили, Аргентина, Чили, Боливия. При всем при этом у нее весьма зыбкая экономика, весьма странная денежно-кредитная политика. Ну а вот с этим человеком я бы назвал Хавьера Милея как человек, обещающий будущее, но тот, кто вернет свою страну в прошлое, причем не в самое хорошее. Почему? Потому что он по-прежнему декларирует Соединенные Штаты Америки как ведущую мировую державу, которая в состоянии решить любую проблему. Но исходя из визита друга Хавьера Милея и побратыма Владимира Зеленского в Вашингтон, мы видим, что они не в состоянии даже решать внутренние проблемы. При всем при этом я далек от мысли и остальных всех всегда останавливаю. Не стоит недооценивать Соединенные Штаты Америки и Лондон. Вот просто не стоит. Да, у них огромное количество ошибок, но они могут себе позволить их допускать.
у них достаточный предел прочности, который позволяет им... Они будут использовать Аргентину исключительно для ослабления позиций Бразилии и, соответственно, ослабления позиций глобального юга, прежде всего стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом мы с тобой говорили, включая проведенный, по-моему, 28 июня, если я не ошибаюсь, саммит Европейский Союз, Латинская Америка и страны Карибского бассейна, который прошел провальным, где Бразилия и ряд других лидеров латиноамериканских государств заявили о том, что Украина не наша война, для нас этот вопрос не является приоритетным, нас намного более зависит место Латинской Америки и стран Карибского бассейна в новом мире, место постоянное членство в Совбезе ООН и многие другие вещи, которые как бы вот можно, да, то есть. Вот как бы я сказал, да, они сегодня обвалили там песо на 50%, этого следовало ожидать, это авантюрист, человек-популист, у которого не было четкой программы, у него были лозунги. Да, лозунги. Я распущу центральный банк. Дальше что? Я откажусь от песо. Окей. Дальше что? От того, что в твоей стране будет применяться доллар, это никоим образом не укрепит твою экономику, поскольку доллар, через доллар ты получишь только инфляцию, которую будут тебе экспортировать Соединенные Штаты Америки. И потеряешь хоть какие-то остатки своей самостоятельности и так далее. Потому что когда у тебя в стране доллар является официальной валютой, во-первых, нужно получить разрешение, да, и Федеральной резервной системы, и федерального правительства, а во-вторых, тебе нужно с ними координировать каждый шаг. Сереж, а где еще, в какой стране доллар является официальной валютой, кроме американцев? Ну, где он там? Еще где-то он является, но это такое... Кто ввел? Тоже там где-то из этих стран. Ну, это такое. Я, честно говоря, особо... Я уже на это давно не смотрю и как бы выпустил из... Даже, честно говоря, не обращаю внимания. Без разницы. Это ни на что не влияет. Эти страны далеки от своего процветания. И еще раз говорю, использование чужой валюты означает, что просто чужие дяди используют тебя и твою страну. Это очень просто. Это вам любой финансист скажет, который понимает, как строится денежно-кредитная политика, что есть определенные принципы ее формирования, денежно-кредитных отношений и так далее, расчетных операций и так далее. И так далее. Вот как-то так. В общем, они в доле, и доля их горько. Да. Сережа, да, поэтому я просто хочу обратить внимание на один простой. Вот точкой, вот этим плацдармом для дестабилизации ситуации в Евразии стала Украина. Для дестабилизации на Ближнем Востоке стал Израиль и сектор Газа. Для дестабилизации в Латинской Америке будет, соответственно, Аргентина. Но тут Путин с Си Цзиньпинем сделали ход конем в Венесуэле. По поводу западного берега реки Эсикиба, и, соответственно, будет довольно интересно смотреть, как они все это будут раскладывать, понимаешь? На самом деле, гаяны, которые там кричат, что они собираются противостоять Венесуэле, ну, осталось только задать вопрос, чем и как. То есть вот такая. Поэтому я здесь... По Аргентине мы с вами наблюдаем шоу, и, ну, вы понимаете, шоу, оно хорошо день, два, три, неделю, месяц, два. А дальше? А дальше мы с вами видим резкое падение уровня жизни в Аргентине от существующего и практически беспомощного президента, который будет всех опять брать бензопилу и развлекать всех своими выходками. Ну, или ездить, знаешь, ездить по парламентам колядовать, дать деду пирожок, а вы бабу грудь. Ну, он-то особо... Ему ездить-то особо некуда. Он до выборов объявил, что он собирается полностью расторгнуть чуть ли отношения с Россией, с Китаем и так далее, и так далее. Потом он, правда, поменялся. В общем, этот человек от момента,
за неделю до голосования и вот уже за несколько дней, когда он позавчера или вчера принял присягу, вчера, он уже поменял все. Ты понимаешь, когда у тебя нет четкой позиции, когда у тебя нет четкого плана, вот это вот кидание из стороны, метание из стороны в сторону, они обычно приводят к резкому обнищанию основной части населения. Знаешь, план может быть даже плохой, Тань, но он должен быть. Ну, ты вот, у тебя есть план из точки А в точку Б, из точки Б в точку там С, из точки С в точку Д. Ты видишь, что ты пришел, что-то не так, ты корректируешь. Когда у тебя много лозунгов, и у тебя нет конкретного плана, что ты собираешься делать, обычно страдают от этого те дураки, которые в эти лозунги поверили. Да, которые идут за тобой. Ну, ты же помнишь, я готов вести переговоры даже с дьяволом. Я готов, ну, мы это все уже проходили. Просто это было сказано на более понятном нам языке, и уклад жизни той страны нам более понятен. Но это все только с латинским уклоном. Да, ну и страны Латинской Америки говорят о том, что они не заинтересованы в своем вовлечении в восточноевропейский конфликт. И одновременно с этим Хавьер Милей предлагает устроить мирные переговоры, переговоры во имя мира с площадкой в Аргентине и так далее. Ну хорошо, устроил, дальше. Мне это напоминает вот это вот бесовство, которое беснование, я бы сказал, близкое к какому-то помешательству. Помнишь, в Молдове устраивали саммит международного европейского политического сообщества? И вот месяц этим папуасам рассказывали, как они должны ходить и гордиться тем, что приедут белые хозяева, попьют вина на закрытом замке, а им это будут все показывать. Какая честь, что к вам приехали. Знаешь, это напоминает мне... Да. Я сейчас ехала по пути к этому замку, да? И там через каждые, ну, не знаю, там 20 метров, ну, короче, на каждом шагу, да, плакаты, что мы в Европе в 30-м, что ли, году. Да, да, да. Что в 30-м году мы уже будем в Европе. Ну, прямо вот так написано. Большой, огромный плакат с европейскими этими звездами. И что мы в Европе, по-моему, в 30-м, если я не ошибаюсь. Или раньше там даже написано. Ну, неважно. В общем, вот ты едешь по дороге и читаешь эти плакаты. И, да, вот мы скоро в Европе, понимаешь, будем. Ну, для кого это? Ну, про скоро это как бы. Ну, у нас какого 15 декабря саммит лидеров стран-членов Европейского Союза? Да, осталось, грубо говоря, мы с Татьяной пишемся 13 декабря, если я не ошибаюсь. Да, соответственно, в четверг состоится этот саммит. Ну, будем делать, посмотреть. Ладно. С этими, как говорится, разобрались. Сереж, вот давай вопрос Тайваня. У них же выборы, по-моему, сегодня начинаются или завтра, когда у них там выборы? Да, ну у них там все. Ну, вообще-то выборы у них в январе будут. Вообще-то. А сейчас у них была жеребьевка 11 декабря, ага, где они распределяли места. Они провели, кто в какой очередности будет в избирательном бюллетене. Но там три игрока. По-моему... Ой, Господи, дай Бог памяти. В 2019 году была создана Тайваньская народная партия. Потом у нас действующая, находящаяся у власти демократическая прогрессивная партия и, соответственно, Гуминдан, главная оппозиционная партия. Там, кстати, тоже не все так гладко. Гуминдан и народная партия, это самое, тайваньская народная партия, ТНП, по-моему. Тайваньская народная партия и Гуминдан попытались создать дуумвират, то есть пойти совместно на выборы. Сделали очень-очень, на мой взгляд, большую глупость. Сделали это в присутствии кинокамер. Знаешь, как власти деньги любят тишину. Но, к сожалению, политтехнологии, я так понимаю, у них не самые лучшие. Или они понимали, что это невозможно, поэтому просто как бы делали шоу. А в присутствии телекамер они устроили переговоры. Закончилось это матерной бранью, взаимными обвинениями и так далее.
Ну и получается, что в результате жеребьевки там тайваньская народная партия ТНП будет под номером один, демократическая прогрессивная партия будет под номером два, и, соответственно, Гоминдан под номером три. Ну и, в принципе, там еще был у них Терри Гоу, по-моему. Да, Терри Гоу. Это директор компании Foxconn, основного поставщика Apple. Миллиардер и так далее. Но он передумал баллотироваться, поэтому как бы... Ну а дальше там на самом деле по последним опросам, по крайней мере, я могу тебе сказать, что демократическая прогрессивная партия 3-4% набирает, Гоминдан 31% и, соответственно, тайваньская народная партия только 23%. Что, в принципе, говорит о том, что пока, по крайней мере, демократическая прогрессивная партия сохраняет за собой все шансы продлить свое нахождение у власти. Правда, Цай Инвэнь, действующий президент, она уже, у нее истекает второй мандат, поэтому будет ее вице-президент, который в 2019 году, кстати, с ней бился на равных. Он проиграл ей праймерис на выдвижение. Прогрессивная партия, это демократическая партия США, азиатский филиал. Грубо говоря, вот можем прям вот таким образом это все прям расписывать. Потому что, ну и вот сейчас этот Лай Цинде, который действующий вице-президент, он становится номером один. А вице-президентом, потому что у них на 4 года избирается и президент, и вице-президент прямым голосованием. Вот этот Лай Цинде, он действующий вице-президент Цай Инвэнь. А, соответственно, его вице-президентом идет глава тайваньского представительства в Соединенных Штатах Америки. Это чтобы было понятно, насколько там США прям вот глубоко, да? Вот этот, мне кажется, что вот Хоу Юи, мэр нового Тайбэя, это получается главный, главный такой пункт на основном острове, да, который глава Гоминдана, он все-таки называет себя кандидатом мира или голосом за мир. И Гоминдан, в принципе, очень сильно аффилирован с коммунистической партией Китайской Народной Республики. Они уже давно идут на сближение, официально выступают против позиции сближения с Китаем, но на разных позициях. Если прогрессивная, демократическая прогрессивная партия выступает за достижение или получение статуса независимости в признанном мировом, да, сообществе, то, в принципе, партия Гоминдан с Хоу Юни, они говорят о том, что нужны переговоры, что мы ни в коем случае не должны идти на конфронтацию. Ну, я напомню, что, в принципе... Именно при демократической прогрессивной партии Тайваня год назад, если ты помнишь, визит Нэнси Пелоси в августе дал новый виток эскалации конфликта, после чего были проведены масштабные военные учения в Тайваньском проливе. Буквально два дня назад авианосец Китайской Народной Республики зашел опять в тайваньские воды, и там это все не заканчивается. Ну, а представитель Тайваньской народной партии Кевин Че, он себя позиционирует как золотая середина между проамериканскими, антикитайскими демократической прогрессивной партией и, соответственно, Гоминданом, который очень сладким голосом говорит о том, что с материковым Китаем надо разговаривать, мы должны разговаривать с Китайской Народной Республикой, мы ни в коем случае не должны вести к эскалации конфликта и так далее. Ну, при всем при этом, действующие власти уже утвердили оборонный бюджет на 2024 год, он у них составил рекордную сумму 19 миллиардов долларов, составило 2,5% от валового внутреннего продукта. Да, при всем при том, что было понятно, что тот же оборонный бюджет Китайской Народной Республики 224 миллиарда. Ну, это так просто для сравнения. То есть, грубо говоря, простая математика говорит о разнице в 12 раз. Ну, и будем не забывать, что все-таки Китайская Народная Республика – это страна, где действует официальная идеология, где действует очень много, ну и плюс
давать так запрос от общества у Си Цзиньпиня на восстановление единого Китая, да, территориальной целостности и на подавление сепаратизма на Тайване, да, который там появился в 45-м году в результате там окончания, в 49-м, окончания там в 45-м подписали, в 49-м, значит, по-моему, в 49-м, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, это как бы, мы как-то об этом говорили, надо просто почитать, освежить и так далее. Да, в 49-м. В 49-м, да, в 45-м они подписали мирное соглашение по итогам Второй мировой войны, значит, в 49-м, все правильно. В результате, да, появилось там, они бежали, правительство, да, Чайканши, и, соответственно, взамен на украденное у собственной страны золотовалютные резервы и передачу их старшему брату из Соединенных Штатов Америки, США стало их поддерживать. Кстати, эти богатства куда-то исчезли. Никто о них больше не вспоминает. То есть, все как всегда. Честно грабят на демократических принципах. Защита демократии – наше все. Особенно, если она приносит такую бешеную прибыль участникам демократических процессов. Знаешь, как говорил один президент Молдовы, говорит, я ничего себе, я все в семью, все в семью. Такие. Смотри, а есть ли шанс вот все-таки победить у этого Гоминдана и будет ли... Подожди, хорошо, давай возьмем ситуацию. Побеждает этот Гоминдан, да? Дальше что идет? Идут просто переговоры. Дальше, может быть... Процессы, которые могут идти годами. Ну, нет, я думаю, что у Си Цзиньпиня нет этого. Нет, у него нет столько времени, у него есть запрос. Я напоминаю его выступление на Всекитайском собрании народных представителей в марте 2023 года, где было сказано, и очень много внимания уделено как обороноспособности Китая, так и его ведущие роли в Южно-Китайском море и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я не думаю, что и вообще в Индо-Тихоокеанском регионе Китай не будет мириться с растущим влиянием Соединенных Штатов Америки, да, тут же надо брать все в комплексе и базы США в Южной Корее, и, соответственно, связь между КНДР, Корейской Народно-Демократической Республикой и Китаем, прямая связь, да, то есть, соответственно, это довольно сложный процесс, и с учетом, на самом деле, парадоксально, знаешь что, я думаю, двойное поражение США на Украине и на Ближнем Востоке сослужит очень плохую службу тем, кто в них еще верит. Потому что невозможно после Афганистана, Татьяна, если Афганистан еще как-то в тумане украинской войны отошел на задний план, то неудачи Израиля и Украины по достижению заявленных целей. Еще раз говорю, чтобы меня правильно поняли, вы уж простите, я без лозунгов и нарративов. Меня интересует то, что происходит, а не кто там победит. Тут даже не столько важно, кто победит, сколько кто проиграет. Так вот, США, если финансовую выгоду свою, разумеется, согласно старой традиции, всегда учтет, то с точки зрения геополитического, стратегического превосходства оно его потеряет раз и навсегда. Более того, у нас же главным врагом объявлен кто? Путин, да? Поэтому мы уже в... Так, это у нас третий квартал, давай повангуем. В третьем квартале 2024 года мы уже увидим, как Соединенные Штаты Америки сами ему корону победителя НАТО возложат на чело, говоря, да, нашим языком, с таким южным говором. Да, и соответственно, да. И, соответственно, да, ну, ты же помнишь наши прогнозы, которые мы давали по Украине, когда все пальцем, потом Миша Чеплыга их повторял там и так далее. Сказал в марте, в апреле месяце, в августе 2023 года начнется социальная депрессия на Украине, массовые митинги, начнется раздрай в обществе, начнется резкое сокращение финансирования Украины. Что из этого не произошло? На сегодняшний момент Украина по финансированию Украины на декабрь 2023 года упала на 90%. Его визит как-то спас ситуацию в США? Нет, он только усугубил. Он только... В США, понимаешь, в США все это носит характер позиционной войны перед выборами.
Понимаешь, сколько там погибнет русских, молдаван, украинцев, азербайджанцев, армян. Всем там глубоко плевать. Вот просто плевать от слова совсем. Никто там об этом не думает. Да, там же пакет получается на 105 с копейками, грубо говоря, 106 миллиардов. Как он распределяется? 60 миллиардов для Украины, 14 миллиардов для Израиля, 10 миллиардов для гуманитарной помощи, 14 миллиардов для решения проблемы на границах и 7 миллиардов для Тайваня. Опять же, не уходя с Тайваня, быстро, ну, Вань Вэньбинь, официальный представитель МИДа Китайской Народной Республики, да, заявил о том, что любые попытки, да, сейчас скажут, любые попытки признания независимости Тайваня приведут к войне в Тайваньском проливе. Все, как там говорят наши братья-украинцы, крапка, понимаешь? При всем при этом я напоминаю о провальном саммите Европейский Союз, Китайская Народная Республика 7-8 декабря. Он был провальный. О нем даже, да? Не писали в прессе особо. Мы писали. Мы пишем. Мы пишем. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал, потому что у Сергея пишут даже то, что не пишут первые прессы. Да. Мы пишем, потому что это важно, на мой взгляд. Это говорит об очень многом. Причем было же много разных событий после нашей с тобой финальной записи. Я напоминаю, что был визит Александра Григорьевича, на мой взгляд, важный был визит. Мы говорили, в принципе, но меня там больше всего поразило, это длительность неформальной беседы, 4 часа личной беседы. Я напоминаю, что визит Эммануэля Макрона и, соответственно, Урсулы фон дер Ляйен в свое время, когда они должны были очень серьезно с Си Цзиньпинем поговорить, Урсула не была удостоена личной встречи, а Макрону уделили аж 30 минут. Это по сообщениям как Елисейского дворца, так и, соответственно, аппарата Си Цзиньпиня. Лукашенко 4 часа. Нужно понимать, что ладно, час он передавал сообщение от большого брата другому большому брату. Но 3 часа-то он себе любимому уделил. Это, на мой взгляд, да, и что там еще Вань Вэньбинь сказал? Он говорит, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе. То есть политика одного Китая, да, и встречу, мы с тобой же обсуждали встречу Си и Байдена. Что он сказал? Что самой чувствительной проблемой в двухсторонних отношениях является проблема Тайваня и недопустимость с точки зрения Китайской Народной Республики финансирования и вооружения Тайваня со стороны Соединенных Штатов Америки. Что мы видим с вами? Во-первых, это, да простит меня Господь, не дай Бог быть таким, этот старый маразматик, которого называют президентом США, выходит по итогам встречи и называет Си диктатором. А сейчас мы видим в этом пакете, который обсуждался, кстати, и до приезда Си Цзиньпиня, да, свежо предание, да, там 7 миллиардов долларов на Тайвань, на военную, на оборонную часть. То есть прямой разрез с тем, о чем говорил Си Цзиньпинь на встречи с глазу на глаз Байдена. Он идет на конфронтацию с Китаем, что ли? Зачем ему сейчас эта конфронтация? Как это ему поможет на выборах? Ну, во-первых, смотри. Ну, во-первых, на выборах это ему поможет хоть как-то перебить повестку мага «Make America Great Again» of the future president of United States Donald G. Trump, да? То есть, он хочет у Трампа перехватить его повестку с Китаем, потому что у Трампа же повестка. Он пытается, да. Китай, я напоминаю, что торговая война с Китаем началась с Трампа. Трамп очень жестко себя ведет. И я напоминаю, что Трамп выигрывает во всех опросах. Трамп стал опережать
уже сейчас за год. И судя по его команде, посмотри, Майк Джонсон, председатель Палаты представителей Конгресса США, это же трампист. Посмотри другие. Марджери Тейлор Грин, конгрессвумен, вот эта такая жесткач, она такая ядовитая. Конгрессмен Гетц, чего там стоит только Стив Беннон. Ну, много раз об этом говорили. Это Dream Team, ребята, нравится это кому-то. Это не значит, что Трамп будет за мир во всем мире. Это означает, что США научится наконец-то видеть, выстраивать свои интересы, исходя из интересов США, а не исходя из интересов транснациональных корпораций. Вот в чем разница. Это нужно понимать. Трамп далеко не... Я вообще считаю, что историческая роль Трампа не в изменении ситуации. Он не в состоянии изменить. Его задача, я много раз так говорил, это разрушить существующую систему. Потому что реформировать коррумпированную систему, которая все, что выходит за рамки мирового господства, считается вражеской идеологией, ее невозможно реформировать. Ты получишь реформированную, коррумпированную систему Федеральной резервной системы, которая считает, что необходимо, да, добиваться мирового господства. Задача Трампа ее уничтожить. И он в состоянии вот что-что, а уничтожать он умеет. Да? И визит Зеленского, давай будем... это его третий визит. Да? Первый был ну, 24 февраля. По большому счету, американцы решают свои проблемы. Частично. Опять же, в интересах своих крупных корпораций. Ну, просто, чтобы было понятно. До 24 февраля 2022 года США экспортировало сжиженный природный газ в объеме 1 миллиард 250 миллионов кубов на сумму 725 миллионов долларов. С 24 февраля в среднем по месяцу, вдумайся цифры, 1 миллиард 250 миллионов кубов на 725 миллионов в деньгах. Так? А сейчас 3,3 миллиарда 100 миллионов кубических метров на сумму в 3 миллиарда 300 миллионов долларов в среднем по месяцу. Рост более чем в 440%. Ну, давайте будем говорить цифрами. Лозунгами говорить очень легко. Но для лозунгов нужно быть либо маразматиком, как Байден, либо идиотом, как Хавьер Милей. Понимаешь? Да? Либо циником и напуганным человеком, как Владимир Зеленский. Он же не за деньги бьется. По большому счету, он поехал объяснять в США суть своих договоренностей с Великобританией. Линдси Грэм, который вышел с разговором с Зеленским, сказал, я по-прежнему восхищаюсь этим парнем, но это старый республиканец, который поддерживает. Но он не сказал нам ничего нового. Мы не услышали ничего от этого человека. Он снова приехал за деньгами со старой контрольной работой. Но это так не работает. С учетом того, что растет недовольство американцев о безграничном и бесконтрольном, самое главное, выделении средств на Украине, с учетом, что все ведущие СМИ, как телевидение, так и интернета, так и прессы, да, традиционные, описывают о поражении. Ну, давай посчитаем. Давай возьмем администрацию Белого дома. Джейк Салливан, советник национальной безопасности. После того, как у США закончатся деньги, она не сможет оказывать помощь на Украине. Поставки оружия прекратятся. Директор по бюджету Шаланда Янг Белого дома. Да, то есть ну, к ней можно относиться как угодно. У нас заканчиваются деньги для Украины. Россия будет в состоянии победить. Ллойд Остин, да, заявляет о том, что если вы не выделите деньги, Путин победит Украину
и нападет на НАТО. Байден, да, говорит о том, что не выделяя деньги на Украину, вы финансируете, вы, грубо говоря, потакаете мечтам Путина о нападении на НАТО. Ребят, вы серьезно? Можно хоть одно высказывание? Я точно не создаю себе идолов. Я анализирую и высказывания того же Байдена, и Путина, и того же Си Цзиньпиня. Ну, из того, во-первых, в силу своего какого-то ума, если он присутствует. Во-вторых, в силу каких-то знаний. Но я сохраняю объективность. Я вообще считаю, что говорить о победе на Украине — это главная проблема, с которой столкнется Россия. Вот этот вот расслабон, мы всех победим, он очень опасен на самом деле. Потому что для начала надо победить себя. Да? Можно, я не хочу раскачивать, ну, реально, страна, которая выпускает гиперзвуковое оружие, у которой люди стоят в очередь за дешевыми яйцами, вы меня простите? Прям простите. Но это ненормально. Слушай, что происходит вообще с яйцами? У нас тоже нет. Слушай, ну на самом деле, во-первых, давайте будем говорить так. Все это раздуто, исходя из чисто... Посмотри, кто это раздувает. Я тебе расскажу, если ты не знаешь. Прибалтийская пресса. Да? Украинская пресса. И англосаксонская, европейская. Бывает перебой. Во-первых, зимой несутся хуже. Понимаешь? Ну вот просто так. Зимой несутся хуже. Во-вторых, где-то что-то выпустили из-под контроля. В конце концов, это не идеальный мир. Да, яйца выросли там на 40%. Но давай будем говорить честно. Никакой трагедии не произошло. Я просто говорю о том, что есть на примере яиц. Я не вижу в этом никакой проблемы. Есть сезоны взлета и падения. Любой человек, особенно ребята, которые живут в России, не скажет: слушай, да, где-то в глубинке это может там, ну, где чуть-чуть ниже уровень жизни, а остальным по барабану. Ну, выросли. Сейчас антимонопольная служба будет вызвана в администрацию президента, и мы с вами увидим, что либо будут нестись губернаторы, да, либо яйца, либо они будут из своего кармана выплачивать разницу в росте цен на яйца. Тут как бы вопрос всегда: или дешевые яйца, или дешевые яйца. Просто вместо дешевых куриных яиц могут оказаться дешевые яйца определенных чиновников. Понимаешь? В этом суть управления в нашей части мира. У нас, к сожалению, главный движущий, да простят меня, я говорю и о своем народе, и о других народах. Кто бы мне что ни рассказывал о патриотизме и так далее, у нас все делается из-под палки. Потому что само понятие эффективности к нам заходит очень тяжело. Понимаешь? Берия смог сделать то, что он сделал, потому что у него были конкретные люди, отвечающие за конкретные вещи. Кстати, завтра этому я убежден, когда выйдет наша запись, будет прямая запись, прямой разговор с президентом Российской Федерации. Я думаю, что именно регионами будет посвящено, с учетом, что он уже в кампании, грубо говоря. Да, он уже там озвучил, что да, я там снаружи. Прям новость дня, как неожиданно Путин идет на выборы. Нет, да, это знаешь, неожиданно, а то, что он идет, это не... Знаешь, как Трамп после выборов президента России в марте со всем известным результатом. Знаешь, сейчас все серьезные аналитики спорят, все-таки 76% он уберет или 86%. Вот очень такой тотальный вопрос. Причем... Если у каждого избирательного участка поставить по одному офицеру ЦРУ, который будет контролировать, один хрен процент будет больше 70. Да. Я не говорю, это хорошо или плохо, это решать гражданам России. Проблема в том, что их президенты там проводили примерно 1056 дней президентства. Да, Танечка, 1056 дней президентства. У Трампа был 41,2%. У Обамы было 43, почти 44. У Байдена 38. Это самый низкий показатель. Ну и в принципе, почему нет? Много ребят разных, с разных стран. Говорят, что номинальный ВВП, если он не будет
раздутый США, где-то порядка колеблется. Антиамериканцы говорят 17 триллионов долларов, более или менее объективные, говорят о 20, я считаю, что где-то реально золотая середина, да, я тут возьму, как Кевин Дже, Кевин Дже это имя, это не, это самое, Кевин Дже это лидер вот этой тайваньской народной партии, золотая середина, я думаю, что реально где-то 18-18,5 триллионов этих реально. Так вот, общий долг, вдумайся. Да никак, господи, легко же. Ну что такое? Вань Вэньбинь, официальный представитель МИДа КНР. Да, что такое Цай Инвэнь, президент Тайваня, Кевин Дже, да, то есть, ну, на самом деле ничего. Ну, а про Терри Гу все знают, кто ознакомлен, потому что компания Foxconn, она очень известна. Тайваньская – это основной поставщик для Apple. Если ты читаешь какую-то аналитику, отчеты, ты знаешь, я много выставляю, ты более-неболее начинаешь. Терри Гу, он запоминает. Вот веришь, вот я эти имена, я их вот читаю, до них, до имен дохожу, через имена вот так перепрыгиваю, читаю дальше. Ну, слушай, там, или Хоу Юи, но он давно, это же получается, Хоу Юи получается то ли внук, то ли правнук Чэ Каньши, который я основал Тайвань, да, то есть как бы... Короче, чтобы они все были здоровы с этими стихиями. Они специально да, себе да, думают, да. Имена, чтобы мы мозг сломали. Знаешь, как... Дай расскажу тебе анекдот про выборы в России и в Америке. Сразу совместим несовместимое. Трамп звонит и говорит, Владимир, брат, ты хорошо провел выборы, говорит, очень результативно. Говорит, ты Памфилову мне одолжить не можешь, говорит, а то тут демократы чудят с выборами. Он говорит, да не вопрос. Как там сейчас? Сейчас же у нас все на слове пацана, да? Говорит, по-братски на тебе. Ну и, соответственно, Элла Памфилова выезжает в Соединенные Штаты Америки со своим, соответственно, коллективом, организовывает выборы. Ну, Путин не удержался, на следующий день звонит и говорит, Дональд, как там выборы прошли? Выиграл? И такой... Говорит, забери ее отсюда. Говорит, выиграл, выиграл, Володя, ты выиграл. 86% набрал. Извини, не удержался. Кстати, я тебе скажу, ты знаешь, что у меня есть онлайн-конференции с ребятами. Причем даже парни, которые работают на Туска, политтехнологи, социологи, у нас был такой междусобойчик на 7 стран. И мы разговаривали. Ну и пришли все-таки, как ни крути, приходишь к лидерам. Потому что, ну не Майю же Санду обсуждать, да? Да? То есть, как, ну, допустим, и не Йоханнеса из Румынии, правда? И уж там не Павла из Чехии. Ну и говорим, и там ребята сидят, социологи. Ну и я просто говорю, ну возразите мне, если мы сейчас сделаем мировой опрос общественного мнения, кого бы они хотели видеть во главе, допустим, вот объединенного там, ты понимаешь, что русофобы из Польши, выйдя из своей парадигмы идеологической, ведя дискуссию как профессионалы, для того, чтобы ну просто репутацию себе не навредить. Они говорят, да, ты прав. Ну, это правда. Причем меня точно путинистом назвать могут только сумасшедшие люди. Да, я вижу не только все хорошее, но я должен замечать и все плохое. Из всего плохого я вижу провал по образованию. Бешеный провал. Я вижу провал по эффективной системе управления. Почему? Потому что когда у тебя эффективная система управления, у тебя не может случиться резкого подорожания одного из самых важных продуктов для средней части населения. Да? И это не его вина на самом деле. Тут тоже надо быть объективным. Те, кто этим занимаются, они просто опять прошляпили. Они так заиграли. Кто-то... Я тебе больше того скажу, если спросить, я не углублялся в эту яичную проблему, но если начать копать, я тебе уверяю, там чей-то интерес. Но одна проблема, создали они его в самый неподходящий момент. Я думаю, что завтра
Владимир Владимирович очень быстро разрулит яичную тему. И у кого-то зазвенят бубенчики. Знаешь как? От страха. Я не думаю, что он завтра будет жестить, ему нужно соблюсти стабильность между различными ветвями власти в период проведения выборов. Но то, что после выборов, во-первых, уже то, о чем мы говорили, уход Лаврова, скорее всего, состоится с вероятностью 80% по его личной просьбе, уже и возраст, уже и 20 лет, да, без мало. Конечно, перспектива Нарышкина пугает всех. И тех, кто очень любит Россию, и тех, кто ее не любит от слова совсем. Потому что, когда ты видишь таких красавцев, как Полянский, и смотришь вот на эту дрожащую бороду, на Совет Безопасности. Да, да, да. Ну, скажем так, почувствуйте разницу. Я, правда, я считаю, что Полянский, конечно, это один из самых крутых дипломатов, разве что можно сравнить еще Хосейна Омара Абдалахияна, министра иностранных дел Ирана, и Ван И китайского. Блинкина не могу сравнить не потому, что мне не нравится Америка, а потому что он абсолютно дурак. Ну, говорит. Так вот, почему в Америке все плохо? Общий долг американских, американцев, потребительский плюс ипотечный, Татьяна, достиг суммы в 17,3 триллиона долларов. То есть почти размера ВВП номинального государства. Это на самом деле огромная проблема. Огромная проблема. Можно много говорить, можно мало говорить. Вот все говорят там о влиянии США, технологическом и так далее. Я приведу один пример, он мне безумно нравится. Совокупный контроль над экспортом электроники в 2008 году у США и Японии был 29%. Это реально много. Треть мирового экспорта электроники – это огромное значение. Да, но в 2021 году совокупный контроль над мировым экспортом электроники США и Японии составлял 8%. Это чтобы просто понимали суть вопроса. О том, что мы зачастую... Ну, я тебе простой пример возьму. Давайте возьмем, просто вокруг себя посмотрим, найдите, что произведено из электроники в США. Все, я ответил. Я тебе честно... Я тебе больше того скажу. Я на... А ведь и японского-то особо нет. Да, абсолютно так. Да? Я тебе скажу, что наконец-то... Поэтому визит Зеленского. Давай закончим. Да. Визит Зеленского после того, как британцы дали ему какие-то гарантии, и с учетом посещения Путиным Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, мы об этом говорили, да? Я считаю, что там были переговоры с британцами. Доказать, разумеется, этого не могу. Но огромного значения полета самого Путина в Абу-Даби я правда, не понимаю. Вот просто не понимаю, кроме как серьезных разговоров с британцами по инициативе британцев. Это была их просьба. Вот что он делал в Саудовской Аравии, мне четко понятно. Нефть, Израиль, Иран, переговоры по Украине. Да, ты знаешь, что я сказал, что он будет выдвигать их. А ты заметил, какой Эрдоган стал незаметный? А где, кстати, он живой там вообще? Живой, у парня 62% годовая инфляция. У парня держат за бубенчики атомная электростанция Кую. Да, соответственно, есть там. И у парня нефтегазовый хаб как-то не рисуется. Разговоров много, толку мало. И у парня как бы переговорная площадка не работает. И вообще он куда-то ушел в никуда, выступая там с антиизраильской риторикой, одновременно с этим являясь главным поставщиком Израиля по ряду целых стратегически важных направлений продуктов и номенклатуры продукции, металлов и так далее, нефти и так далее. Да, то есть, который идет. То есть, парень такой, знаешь, как мы видим твою двойную сущность, знаешь, как? Помнишь это вот это? Кто ему сказал?
сказал недавно, вот совсем кто-то из, блин, из Палестины, что ли, или кто-то вот из, блин, из таких лидеров. Говорит, Эрдоган заявляет одно, на самом деле делает другое. Кто-то ему в упрек уже это воткнул. Да. А как тебе расследование Израиля о том, что по поводу американских инвесторов, которые на фондовом рынке знали об атаке Хамаса 7 октября? Да. Чем это отличается от того, что мы 7 октября сказали, что это срежиссировано? И назвали главных организаторов всего этого действия. Да. Да? Поэтому визит Зеленского, 60 миллиардов, что там ему Байден? У него же есть у Байдена так называемый дискреционный бюджет, это часть государственного бюджета, который находится в ведении Белого дома, который он может распоряжаться. У него по 2022-2023 году составлял 1,7 триллиона долларов. Это военный бюджет, соответственно, и дальше вот этот дискреционный бюджет. Он ему выделил 200 миллионов. Что такое 200 миллионов? Причем я хочу обратить внимание на высказывание не очень мной уважаемого Блинкина. Да? Что сказал Блинкин? 90% всех денег, выделенных Украине, да, выделенных Украине на вооружение, остались в военно-промышленном комплексе Соединенных Штатов Америки. О чем дальше говорить? Кого мы обманываем? Опять же, то, что закупают, то, что Америка продает по цене в $100, Россия производит по цене в $10. То есть, да, тут паритет покупательный, ППС, паритет покупательной способности, понимаешь? Ну, тут паритет покупательной способности. Стоимость единицы, да, вооружения в Америке... Да, так это и есть ППС. ППС. Одна и та же ракета, ну, мы с тобой разбирали, Патриот и Град, да, плюс-минус. Да, точность может быть не такая. Но зато можно ложить и ложить и ложить. Причем, скажу честно, что меня радует, это то, что украинцы потихонечку начинают осознавать, куда их завели. Что мне кажется самым страшным, что вот эти вот поездки Зеленского внушают им ложную надежду, и тем страшнее будет отрезвление, так я. Знаешь, как говорят, чем больше пьешь, тем хуже будет завтра. Вот здесь один в один та же самая ситуация. Причем заметь на уже нескрываемый конфликт, который идет. А еще вот эта традиционная привычка украинцев гуртом бить батьку, понимаешь, который батька, да, права. У батьки нет золотого запаса. Как, да, батька, да, понимаешь? Это, да, история. Ну, это то, о чем я говорил. Я, ты же помнишь, выпустил ролик. Белый дом Зеленскому. Нет выборов, нет денег. Да, да. Да? То есть... Я не... Это понятно, это очевидно. Все высшее руководство и все влиятельные сенаторы и конгрессмены потребовали выборов. Иначе их борьба демократии с автократиями теряет свой смысл. Да. Понимаешь? Они, понимаешь, они теряют, смотри, они дают козырь республиканцам мочить их, потому что они поддерживают этого автократа, да, ну, диктатора. Понимаешь, если Зеленский заявляет, что он не проводит выборы, а для них выборы это важнее всего на свете, понимаешь, то республиканцы имеют козырь предвыборной кампании мочить демократов, которые работают, вот, которые поддерживают вот такой вот режим, понимаешь? А там я тебе все больше... вывалится. Я тебе больше, да. Я тебе больше того скажу. Я все-таки считаю, что есть еще одна проблема, на которую почему-то никто не обращает внимания. Кроме вопросов по границе между США и Мексикой, кроме миграционной политики, есть и еще вопрос, который озвучил глава Палаты представителей Конгресса США. Он сказал о контроле за выделяемыми средствами. Вот этот вопрос, мне кажется, а если там будет контроль, то я думаю, что... То этим на предвыборную кампанию остается все меньше и меньше. Я тебе скажу честно, я не удивлюсь,
если спустя 10 лет нам станет известно, что вот это продолжение военных действий было согласовано с Россией. Потому что, ну, Россия сейчас вообще никак не в масть какие-то переговоры. С морально уставшей, с физически уставшей, морально деградированной армией ВСУ, которая уже сама не верит в тем, чем она, что она делает. Это не я говорю, это говорят их эксперты об огромном проценте дезертирства, об огромном проценте отказников выполнять и так далее, и так далее, и так далее. Я в этом не очень понимаю, скажу тебе честно. Но сам факт, когда говорят, что есть подразделения, где от 30 до 70% люди дезертируют, это уже, ребят, меня извините, это уже все-таки звоночек для всех. Да, тут не надо быть военным экспертом. Но если с тобой идет 100 человек, а доходит 30, значит, где-то есть проблемы. И эти проблемы огромные, они большие и так далее. Причем США, еще раз говорю, с Афганистаном туман войны Украины как бы закрыл этот вопрос. А нет другого тумана, который перекроет стратегическое. Это не я говорю, Ллойд Остин, госсекретарь по обороне, министр по обороне Соединенных Штатов Америки, говорит о том, что Израиль идет по пути стратегического поражения. Я много объяснял ребятам в Израиле, несмотря на всю их ненависть. Я бы даже сказал, где-то непонятное мне чувство исключительности, когда я им объяснял, что невозможно обеспечить безопасность своих детей, убивая чужих детей. Вы только ставите под угрозу. Каждый убитый ребенок и женщина – это плюс 5 рекрутов в Хамас, которые никогда себя не ассоциировали с Хамасом. Я всегда привожу слова Лебедя. Ты же была на стриме, когда я говорил. Ребят, к Лебедю можно относиться по-разному. Но это боевой генерал. Это тебе не штабная крыса. Который говорил, самый страшный воин – это не тот, который закончил военное училище. И не тот, который бегает по полигонам. Самый страшный воин – это который утром из дома ушел на работу, вечером пришел, нет дома, нет детей, нет жены, нет матери. Говорит, это волк. Ему нечего терять. Ему даже оружие давать не надо, он будет зубами рвать. Это то, что они делают. Я тебе больше того скажу. Нет более заинтересованного. Нет более заинтересованного государства в существовании Хамаса, чем государство Израиль. Это их гарантия невозможности создания арабского государства Палестины. Да. Я об этом говорил и буду говорить. Я считаю, что есть две проблемы. Первая проблема называется Хамас в секторе Газа. Вторая проблема – это сионисты в Израиле. Все. Точка. Что касается Украины, я еще раз тебе говорю, третий квартал 2024 года, мирные переговоры, где они будут, в Саудовской Аравии, может быть, даже и в Тегеране, может быть, еще где-то, понятия не имею, но то, что они Путину, знаешь, как были, делегации на коронацию приезжали с подарками. Вот подарком Запада Путину будет победа над блоком НАТО. А дальше начнется разброд и шатание. Да уж. Но как ты думаешь, все-таки по Тайваню удастся Китаю мирным путем? Или все-таки им там придется? Я убежден в победе Трампа. Я убежден в этой победе. Я говорю это сейчас, за год, чтобы потом сделать шорт в Ютубе и поставить. Сейчас надо найти шорт по прогнозам на Украине. Все никак руки не доходят. Да, соответственно, у них год для мирного решения этого вопроса. Если они до выборов не смогут этого сделать, Гоминьдан, в принципе, они способны обеспечить Си Цзиньпиню реализацию его розовой мечты. Хоу Юи на самом деле. Если ты спросишь меня, да, глава этого мэра нового Тайбэя, по мне так это чистый агент китайских спецслужб. Возможно, я утрирую, преувеличиваю. Но его риторику надо послушать. Я всем рекомендую. Есть огромное количество даже в русском переводе. Есть. Ну, в английском точно просто. Очень много и так далее. Там прям прослеживается. Я скажу тебе одно. Я не думаю, что Китаю выгодно вооруженное решение, это военное решение этого вопроса. По одной простой причине. Армия у Китая есть.
А на что эта армия способна? Кто на этой планете знает? Я точно не видел ни одного эксперта, который мог бы дать объективную оценку. Да, у них большая армия. 2 миллиона с копейками. А не закончили он ее в боевом этом самом... А ты представляешь, какой урон репутации, если вот этот островок в Южно-Китайском море даст отпор, и они натолкнутся на... А представляешь, какая будет репутация, если они все-таки, ну, сделают свое дело? И уже совсем другое отношение. Вот если сейчас мы не знаем, да, вот мир не понимает, что может китайская армия, то он будет видеть, что может. Китай не претендует. Конечно, Китай не живет мечтой о мировом лидерстве. Китай не потянет мировое лидерство. Китаю свои автомобили. Они даже могут предложить свои станки. Они могут предложить какие-то технологии. Но им нечего предложить нам в другом плане, в идеологическом. Китайская культура очень красива, безусловно. Она обогащает мировую культуру. Ну, покажите мне людей, которые зачитываются современниками китайским. Я хочу их видеть, правда. Сунь Цзы, там, «Искусство войны» читали мы все. Мы все там читаем каких-то китайских философов. Ну, сказать, что это норма нашей жизни, ну, это самих себя обманывать. Это, да, другая культура. Это философия, а понимаешь? Вот такого художественного, конечно, оттуда ничего не будет. Ну, назови, давай так, давай назовем на память 5 российских фильмов, 5 американских, без проблем. Назови 5 китайских. Я тебе говорю, я не поэтов, не писателей, не песен, не музыки, не мелодии, не живописи, ничего, ни спектакля, ни театра, ни балета. Кстати, по Китаю очень важный вопрос. Был визит Си Цзиньпиня во Вьетнам, и Си Цзиньпинь приехал с супругой, что говорит об очень серьезном отношении Китая к Вьетнаму, как к своему стратегическому партнеру. Приехать с супругой для Си Цзиньпиня, он не так мало куда приезжает, в основном только к Путину. Но сейчас у Байдена был там ненароком. Да, то есть вот какая ситуация. Вот какая ситуация. Поэтому я считаю, что у нас на следующей неделе с тобой по полной блокировке Израиля в секторе Газа, по большим событиям, которые готовятся на следующей неделе в Украине, даже не спрашивай, откуда, на Украине, кому как удобно, у нас будет что обсудить, я тебе обещаю. Сережа, а по Приднестровью? По Приднестровью, значит... Я просто по Приднестровью. Жизненно необходимый прогноз. Ты же понимаешь. Хорошо, по Приднестровью. Чем меньше денег дадут Зеленскому, чем страшнее будет его ситуация, чем яснее он будет понимать, что его принуждают к выборам, тем выше вероятность провокации на Приднестровье, открытия и разморозка приднестровского конфликта. Да. Я могу тебе сказать, по риторике, по риторике молдавских властей, могу тебе сказать, что у меня складывается устойчивое впечатление, что они не за это, но они больше не в состоянии быть против. Ты знаешь мое отношение к молдавским властям, я считаю, что эта власть только чисто номинальная. Все остальное ее осуществляют другие люди, граждане других государств. Поэтому я хочу всех обратить внимание, что эти люди, поймите, они здесь на заработках. И поэтому воспринимать их как власти, это не совсем адекватно. Просто поставили. Какая разница? Поменяйте завтра местами, там у нас тоже выборы должны быть. Да? Поменяйте сейчас местами, ребят, любого. Ничего не поменяется. Просто ничего. Потому что погрязли в воровстве, в коррупции и так далее. Слишком нравится жить им по западным меркам, воровать деньги, выводить их через офшоры в Лондон и так далее, и так далее. И это такой крючок, с которого еще никто не соскочил. Да. То есть вот такая ситуация. Спасибо, Сережа. Спасибо тебе, Танька. Ну, во всяком случае, я тебе говорю, у нас в Бендерах уже у всех моих соседей, с которыми я познакомилась, у них у всех тревожные чемоданчики.
Ну, у нас уже тоже как бы собран для семьи. Я точно никуда не собираюсь, а семью первым делом. Поэтому, как говорят молдаване, хорошо владеющие русским языком, будем делать, посмотреть. Да. Все, пока-пока. Спасибо, Сереж, пока.